Здорово, бро. Чё, есть чё? Ага, я вижу, что ты по чем-то. Горилла сенсей. Я медитирую в воздухе. Бекст! Он там! Быстрее, туда! Дамы и господа, всем привет, это означает, сегодня мы поиграем в Горилла Симулятор. Вы посмотрите, какая горилла. Опачки, походу это самочка. Самочка! Ой, нет, ты какая-то ни о чем самочка. Не буду отбирать у тебя банан. Ладно, у меня тем более есть свой. В общем, что мы здесь делаем? Мы здесь выживаем, в горилла мире. Блин, что же здесь, в принципе, делать? Здесь нужно драться и есть бананы. В принципе, то, что и делают в жизни гориллы. Также здесь у нас есть царь горилла. Пойдемте-ка посмотрим на него, что же он там делает. И в это время будем жевать банан. Ух ты, как я крикнул. Это значит, что, кажись, моя попенция подросла от того, что я хомячу бананы. Будем расти. Так, плюс еще один бананчик. Интересно, что ж там за царь горилла-то такой здоровый? Ты только глянь, а. Он в воздухе, что ли, там витает? Царь горилла, я к себе иду. Мне нужно с тобой поговорить. А, нифига себе. Ты посмотри-ка, он там на лиане, что ли? То есть он в любой момент может, как Тарзан, куда-нибудь на этой лиане так вьюх и улететь. Ну, я так думаю. По факту не знаю. Ладно, не будем зацикливаться на нем. Нам нужно отъедаться. Ведь я тоже хочу стать царь гориллой. О, дерево знаний. Ну-ка, пойдем туда, посмотрим, что там у нас есть. Воу-воу, пока бежал к этому дереву, смотри, чему научился. Хопана. Хопана, ю-ху. Вот это круто. И еще можно жевать и катиться, бананы, по-моему, да? Да ты только глянь, я могу жевать и кататься. Но это чисто по-горильски. Офигеть. Чуваки, я с вами. Банда горилл, ю-ху. Ах ты, ты посмотри, он маленьких обижает. Я сейчас заступлюсь за него. Эй, я тебя защитить хотел. Зеленая ты горилла. Я же за тебя был. Ты только глянь. Короче, здесь вообще каждый сам за себя. Пофиг на всех. Ух, батюшки, ты только посмотри. Это же горилла панда из марвеловских комиксов. Чё ж она маску-то нацепила? Ёшки-матрёшки, ты только посмотри. Тут целый город горилл. Да еще таких хипстерских, с очками, с цилиндрами. Кто это так орнул? Мощно. А, здесь у нас... я думал, здесь можно купить бананы. Тут какие-то ганты. Можно себе даже купить памятник. Жизнь, там какие-то... Ты посмотри, там есть штанги даже. О май гад. Что у нас тут еще есть? Welcome, gorillas. Добро пожаловать, гориллы. Здесь всякие мануальчики, провыживальчики и понятненько. Я бы как-нибудь хотел... Ё-моё, ты только глянь, что там за горилла висит. А, но это не игрок. Или он жует бананы? Это живой игрок? Да вы прикалываетесь, нифига себе. Или это все-таки статуя какая-то такая шевелящаяся? И там кто-то, гляди, он наверх пополз. Я тоже хочу наверх. Интересно, я смогу забраться? Сейчас попробуем. Опа-да! Ништячок! Здорово, горилла бомбила. Ты игрок или... Нет, это не игрок. Сверху нет ника. Тогда я поползу вон за тем чуваком. Чувак, жди меня. Я иду и жую бананы. Надо не останавливаться и постоянно жевать бананы. Блин, а куда он так высоко забрался? Интересно, если я отсюда упаду, я разобьюсь? А вот сейчас мы это и узнаем. Вроде он живой. Да, он остался в живых. Опачки, веточки появились. У пальмы. Наверное, это пальма все-таки. Да, это пальма. Где кокосы мои? Кокосики? Нет, тут кокосиков. Зато я выше царь гориллы. Ладно, пожую чуть-чуть. Здесь я. Тут уютненько, никто не мешает. Нет чужих криков горилл. Только я здесь ору. На этой макушке. Обычки! Ко мне там рыжий горилл прибежал. Типа друган мой местный будет. Ну ладно. На двоих здесь мест полно, поэтому располагайся, не буду тебя прогонять. Хотя я мог бы вот так вот помогать, но не стану. Я ж добрый горилл. Ну а пока жуются бананы, надо посмотреть, что здесь еще есть. У нас здесь есть статистика. Сейчас посмотрим, что у нас там есть.
Ага. Ferocity — это, короче, наша свирепость. Agility — наши способности. Способности, чего пока я не понимаю. Kills — количество пораженных противников. И последняя колоночка — это перерождение. То есть мы докачались до определенного уровня, нажали на эту кнопочку, и мы перерождаемся. То есть все по-новому нужно качать. Но с какими-то привилегиями уже. Тут ко мне какой-то сосед подселился, шумный. Пора отсюда валить, найти новое местечко. Ну что, ага, прыгаем. Я скоро действительно начну говорить по макаке, по обезьяне, по горилле, по гориллескому языку. Во. Нифига себе, что это там царь горилла делает? Крутится, вертится. Ты что там делаешь? А, это он катается на одном месте, да? Кажется, его зациклило. Не может бедненький никуда укатиться. Бедняжечка. Ну вот, в принципе, и царь горилла. Такой он сумасшедший. А это, видимо, его помощник, да? Тоже такой же отсталый, как и царь горилла. На месте катается. Так, чего я хотел? Я хотел на лианы взобраться. Пойду-ка попробую это сделать. Вон там, вон снизу есть. Возможно, забраться на нее. Забываю все и жевать бананы. Жую бананы и качусь. Качусь, жую бананы. Жую и качусь. И так всю жизнь. Ай, кто это мне дал леща? Больно все-таки. Так, это ты что ли был? А ну иди сюда. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Никуда ты не укатишься. Блин, лиана так низко, но я не могу ни зацепиться, ни забраться на нее. Надо найти другую. Сейчас найдем. Вот здесь сейчас попробуем забраться. Так. Быстренько перепрыгиваем. И лиана... Блин, не попал на лиану. Опачки. Тут у нас соседи есть, понятно. Но мне это не столь важно. Мне нужно... Ай. Блин, с лианами ничего никак взаимодействовать нельзя. Ну-ка, ну что это за горилла мир? Это же днище. Горилла мир без лиан. О, капец. Пойду упиваться горем и жевать бананы. В чем мне еще остается? Зато я здесь единственный горилл, у которого есть и кипарик. И ты чё? Я сейчас на тебя своего попугая натравлю. А ну, вот так вот. Встал на моем пути. Я бешеный горилл. Кстати, почему у меня из бочин это ранки или кости? Походу, это брат младшего прибежал, которому я сейчас лещей надавал. Горилла сенсей. Я медитирую в воздухе. Так. А бананы в воздухе я могу есть? Бьют, блин, падай! Капец, кажись, я застрял. Да. Да медитировался. И к воздуху прилип. Спустите меня. Ух ты, да я прям как Супермен. Ю-ху. Чё-то я устал висеть. Надо сделать ресет. Бедный мальчик. За ним самочка бежит. Маленький самец отхватил от самки. Так, валим отсюда. Кажется, здесь агрессивные самки. Нам этого не надо. Валим. Надо куда-нибудь на дерево забраться. А то здесь очень опасно. Я тут не самый маленький, конечно, но вот по сравнению с этими здоровыми жаробасами... Не-не-не-не-не-не-не, я мне в туалет надо. Ребята, я не местный. Здесь есть такси? Господи, он за мной гоняется. О, божечки. Нет! Да. Опа, ты посмотри, какой горилла крутой. В крутых очечках был. Видали, как я умею, да? Это не просто так руками махать. Это прям в грудину себя бить. Ну-ка, давай еще разок. О, это мощь вообще. Кого ж я так пугать-то буду? Главное, чтобы меня таким не напугали. Так, я решил все-таки скататься до центра. До гориллового центра. И посмотреть, может там все-таки есть какой-нибудь магазин для горилл. И можно там что-нибудь прикупить. Я уже, в принципе, ярости 79 накопил. Сейчас до 80, может, докоплю, пока добегу. В принципе, я уже такой, ну, крупненький горилл. Так что, думаю, пора чего-нибудь прикупить, если тут есть, конечно. Да. Походу, здесь нифига нет, кроме стендов с статистикой и факелов. О, вы посмотрите. Вот я раньше был такой, а теперь я стал вот таким. Капец разница, да? Мощно, мощно я отъелся. Протеинчиковых бананчиков объелся. Так, а знаете, как еще обезьян умеет делать? Они так как-то крутятся вокруг себя вот так вот. Ну-ка. И потом вот так вот резко, хоп, встаем и... О, нормас.
Интересно, чувак, я на тебя смогу запрыгнуть? А, блин, нифига. Ай, больно! Валим! Понятно. Отхватил. Не нужно было этого делать. Моя горилла устала. Оу, прикиньте, я здесь сотоварища встретил. Ты только глянь. А, это у тебя ж такие крутые. А чечи был, это типа ты со мной так поздоровался, да? Ну давай я тогда тоже. Вот так вот, да. Здорово, типа. Как меня раскрутило-то. Опачки, опачки, батл, батл. Чё, на своих наезжает? Иди отсюда, не мешайся. По-хорошему, по доброй воле. А ну-ка, я могу так крутиться и вот... О, нифига себе, я могу крутиться и бить себя в грудину. Круто. Погодите-ка, чё это за царь горилла? А, я понял, это типа VIP-персоны, которые что-то за деньги покупают. Донатят, в общем. Ясно все, ясно с вами. Так, знаете, что я хочу здесь попробовать? Попробовать станцевать. Горилли дэнс, йоху! Опа, кажись, горилла и теннис сейчас отхватит. Чувак, подожди, дай я на тебя взберусь. О, гориллу завалил. Так, чувак, я продолжаю мыслить о том, что я кому-нибудь взберусь на спину и буду кататься как младенец. Йоу! Воу-воу-воу, нифига себе. Вот это мощно было. Ты что, обиделся, что ли? Капец. Подписчик в ярости. Дай-ка я тоже так сделаю. Еще покрутиться надо. Вот так вот. Все, это типа очень-очень в сильном бешенстве. Да-да-да-да, правильно делаешь. Жуй банан, расти булка. Пишет подписчик. Лол, my face. И у него, короче, первая буква захэштегилась и получилось лол, мой фейс, ицо. Ну что, ребята, я думаю, что пора закругляться, иначе мы не закончим жевать с вами бананы. Опачки, горилла-панда тут орёт, надо напоследок тоже крикануть. В общем, вам спасибо за просмотр. Ссылочка на этот плейс будет в описании. Заходите, плейсик прикольненький, поржать можно. Ну, а я желаю вам удачки, покедос гориллус, и увидимся в новом видосике.